18 число. День полиции. Вы обратились, да, в прокуратуру. Вот 18-12 мы принимаем участие. 18-12 года? Нет, 18-12 декабря. Декабря. А, сегодня, да. Мы принимаем участие в судебном заседании суд сектор Чикана. И переносит судебное заседание за судебным заседанием. Но вы, кажется, который раз уже в этом суде? По этому суду. Четвертый раз. Да? Вы обратились с жалобой на вашего соседа, да, который шеф ФАЗы Терек Петров. У вас были драки с ним или что там было? Они вынесли постановление о том, что действие Мульдяна, начальника охраны Терек Петров, не носит состав преступления. Вот это прокурорша или другие, да? Из ботаники, кажется, да? Она постоянно переносит суды, не является в суд. Также она не пришла в апелляционную палату, также она не являлась в суды первой инстанции. Я вижу, дело уже толстое получилось. Я не знаю, какое дело получилось, но определение 2 ноября было доказано. Какого года? 2018. Угу. О том, что прокуроры не предоставили вообще никаких доказательств по данному делу. Угу. И так как 2 ноября судья Мишелев вынес данное определение, оно вступило в законную силу, они не обжаловали это определение. И прокурора обязали продолжать расследование или как? Да, обязали продолжать расследование, но вот эти расследования длятся тем, что переносят судебное заседание один за другим. Мы ходим по судам, не решается никакой вопрос. У нас создается такое мнение, что специально тянут время, чтобы по истечении срока давности все закрыть. А сколько лет прошло? Три года. Недолго. Сейчас посмотрим, что скажут, что поменяют опять или нет. Da, dar înțeleg procesul ăsta se întinde nu doar pentru că se amână, dar și pentru că procurorii scot încheieri, judecătorii scot încheieri, dar după aceea procurorii vin cu altă ordonanță, tot de clasare, de neîncepere urmările penale. Și tot așa vă judecați când în judecătorie, când la procuratură. Fiecare dată ședința este amânată din cauza procurorului, nu procuror sau nu avocatul. În danul sudie, 1 августа 2019 было вынесено решение суда, которое вступило в законную силу, вынес судья Пуха с нашим заявлением о том, что стоял незаконный арест на наше имущество, сфабрикованного протокола. Данным решением было доказано, что этот протокол сфабрикован, но продолжает удерживать арест на имущество. Ого. То есть мы обратились с заявлением на имя судебного исполнителя, который наложил данный арест, мы не можем решать никакой вопрос. Но то есть это получается, что судебный исполнитель не исполняет решение суда. Так вот в следующий раз мы подождем данное заявление, когда пройдет его срок рассмотрения, и мы выйдем с такими же вопросами в Министерство юстиции. Почему судебный... На протест или как? На протест можно, потому что незаконно то, что стоит арест на имущество, это одно, а то, что есть решение суда и никто не выполняет решение суда, это уже беззаконие. Понятно. Сегодня можно было в день полиции подарок сделать им. Deci noi ați avut altercații cât 3 ani în urmă cu vecinul celor care e șef de pază la T-Rex. V-ați plâns la poliție și la procurori și nu-i fac nimic. De ce? Că nu există probe sau cum zic ei? Probe există foarte mult. Pur și simplu părerea mea că... De corupție sau incompetență? Și corupție și incompetență. N-aveți probe, dar aveți părere, da. Asta e părerea. Și o să vedem ce o să termine ședința asta, care este a patra ședință. Credeți că o să termine a patra ședință în instanța asta și la judecătorul ăsta? Da. Eu хочу сказать, cam mult. Что в Республике Молдова не судьи руководят судами, а прокуроры руководят судами. Да, вы думаете? Я думаю, что да. Какая она мощная. Последние события, когда 14 судей данного суда, сектора,
жаловались на давление. Жаловались на действия прокуроров, потому что они не могут работать и выносить справедливые решения. Вот вам доказательство, кто командует этими судами. Судами командует прокурор. Понятно. Пугают уголовными делами или то, что пугают, они разрушают семьи, они творяют такое, что люди не могут жить. Да, ну, как в нашем на случае. Мы как семья, мы не можем существовать из-за их все, что они придумали, все, что они сделали. Понятно. De fiecare dată când procurorul Pașcu îi închide dosarul penal în Munteanu, în seara ajungem, auzim cum ei se râd la bucătărie, la balcon, se râd așa, în așa stare, cu mai trecut o cumpără. Se râd în așa stare, că noi dăm știm că procurorul Pașcu i-a închis dosarul penal și l-a rămas curat tot. Curat, da, poate și cu puțin bani în buzunar, cred că îi costă, nu cred că e mare bucurie, nu? Sau, da, sau e interes cumva, e interes politic, e... Sam că nu-i costă scum, da? Nu-i costă вопрос любым гражданам, которые присутствуют в данном судебном заседании. Почему вот любой человек должен был перенести операцию по вине другого человека? Потеря крови, операция, больничный лист, публично совершить, и при этом ничего не отвечать. Вас зовут в другой зал. И прокуроры пишут, что его действия не носят состава преступления. Вот и делайте вывод. Для одних есть закон, для других нет закона. Понятно. Мерджим Салаут. Да, Кенер Леса. Фильмы. Eu rămân aici, cu banca inculpaților. Și, doamnă procuror, nu vreți să faceți dosar penal lui Munteanu și gata. Nu vă ajut poliția cu ancheta, să și probleme aveți cu Munteanu și ala. Nu vreți să comunicați cu mine despre dreptate. Sunteți plătite din banii noștri, din impozitele tuturor. Ar trebui să apărați drepturile omului. Oamenii ăștia plâng că li s-au încălcat drepturile și noastră. Sunteți părtașă. Înțeleg că sunteți de acord cu acuzația asta. Vă convine să aibă procuratura așa imagine? Complice cu mafia. Bătăușă. Bătăușă, da. Dar de la ce v-ați luat cu vecinul ăla? Asta de mult. De mult. Din 2013 problemele astea s-au început de la subsol. Și de fiecare dată a fost dictorii anonim adresat poliție, la procuratură, la domnul Cimbir. De fiecare dată... Cimbir era șef procuratorii Botanică. Вот смотрите, 23 апреля 2015-го есть решение суда, вынесено Эдуард Галущак. Я выиграл суд, Монтяну проиграл. По факту самовольного захвата по вещениям, всем его, как обычно, угрозам.
высказывания. Мы судились в суде по защите чести. Да, но это был другой случай. Да, это не другой случай, это решение суда, которое вступило в законную силу. Вот решение суда 9 апреля судья Фурдой. Тоже связано с Мунтианом. Вот третье решение 12 марта 2015 года Анжела Фурдой. Вот три решения суда, только связанные с Мунтианом, которые доказывают, откуда идет весь конфликт. И кто создает весь конфликт, используя свои связи в прокуратуре и полиции. И полиции, да. А то есть это конфликт не одного дня. А какие у него связи? Начальник охраны Терек Петров. Да, но это же не полиция и не прокуратура. Так, он бы сам так не пошел бы на драку, чтобы избить бы человека, потому что он трус. И из-за того, что он имеет поддержку полиции и прокуратуры, он пошел на это. Понятно. Это было сделано путем, как правильно сказать, подстроено это было. Это подстроено было, потому что какой интерес ему? Он, какой интерес, ну, так как воевали в суде против того, что он занимал подвал под нашей квартирой, и мы доказали, и эти решения вступили в законную силу. Это был конфликт не одного дня, потому что были оскорбления, угрозы с их стороны, высказывания с нашей стороны, ну, как между соседями. Но им никогда никто не сделал протокол. Но мы заплатили. Их не сторону презумпция невиновности, да, партия Настры процессы вербали. Кать моему, на Урман, после кштегать, платить процессы вербали. Что на прямой инстанции, что на другой инстанции, что на порте Диабилу. Да, партия Ламонтяну, și acum vreți să ridicați relația cu vecinul la alt nivel, la nivel penal și procuratura nu vreți să bași. Da. Vă rog să spuneți măcar cine participă, ce dosare examinați, ca să înțelegem despre ce e vorba, că altfel pot să cred că e altceva decât instanță de judecată, nu? Eu nu-i cred pe cuvânt până nu verific. Păi da, și nu spuneți cine, cu cine se judecă și după aceea anunțați că ședința e închisă. Măcar să prezentați instanța. Vreau și eu să informez că se face dreptate, justiție, la noi așa, după ușile închise. Taman când fac griji, taman că avem temei să ne îndoim. Da? Da. Ținând cauza Pestelui Sergei, Vladimir. Deci e plece de bază de 13 și este ședință închisă. Și vă rog cine examinează? Vă rog cine examinează și cine e prezent la ședință. Nu, n-am fost informat, n-ați spus cine examinează și cine e prezent la ședință. Vă rog să începeți ședința. Deci, înțeleg că nici nu a început ședința acum, nu? Stăm și discutăm. Nu putem să începem până de asta vă părăsesc. Dumneavoastră trebuie să începeți ședința, așa să anunțați că e închisă. Și atunci eu pot să părăsesc. Îmi pare rău că nu să... Când o să ne gămiți să... Dar vă rog să-mi spuneți ce examinați aici. Poate aveți o întâlnire cu procurorul și cu... Eu vreau să facă justiție ca la carte, nu? Nu trebuie să începeți ședința să anunțați despre ce-i vorba. Și mie îmi pare rău. Pesterul Serghei și vse. Dar cine examinează? Dar cine e prezent la ședință, nu? Cine cu cine se judecă, da? Pesterul Serghei și gata. Și să fac, și să fac cu informația asta. Să ascunde tot. E ca așa să mână tot, e ca așa să ascunde tot. Bine? Faceți undeva o ședință ascunsă ca să nu știe nimeni. Și v-am mai jucat. Te auzi, nu budeți sudat. Da, da. Да, я еще. Он ему задал вопрос, почему кто судится, кто с кем? Кто судит, кто судья, кто грифьер? Да, да, так положено. Да. Он не хочет, не хотел ничего говорить. Это мнение такое создается, что все скрывается, все прячется, все. И что это не суд, а шабашка какая-то? Да. Как выходит? Так выходит. А там Конституция Республики Молдова.